У вас была ситуация, когда вы заказываете что-то в интернет-магазине и хотите сохранить номер заказа для того, чтобы узнать статус или что-то еще обсудить с магазином. Для этого есть плагин, который я написал. В магазине, где вы сделали заказ, вы отмечаете его, выделяете, и он появляется вот в этом плагине. Вот. И вы также можете его связать с Телеграмом. И он сразу отправит вам этот заказ. Отсюда есть команда лист. Можно посмотреть. А можно еще удалить его. Он удаляется, и здесь он тоже удаляется. Вот. Такой плагин.